Успей поставить лайк за 3 секунды, если ты любишь смотреть видосики на Ютубе. Считаю. Раз, два, три. Привет, ребята! Меня зовут Алексис, и мы сегодня поиграем с вами в игрушку Sword Up, что значит прокачка меча. Ну что ж, поехали. Ребят, у нас есть вот такая вот рука, которая бросается мечами, да? И тут это какой-то щит, что ли, да? Это мы, получается, сбиваем с вами какие-то щиты. И смотрите, у нас здесь есть плюс 10 лет и плюс 15. Давайте-ка мы выберем плюс 15. Воу! И наш меч, получается, он прокачался, ребятки. Мы этим мечом с вами разрезали там деревья какие-то. Ну, по крайней мере, блоки деревьев. И заработали 31 доллар. Это нам позволяет прокачать уровень, а также прокачать рейд. Fire rate, то есть скорость выстрела этого меча, ребятки. Ну, прикольно, прикольно. Мне пока что, ребятушки, все нравится вот в данной игре. Кстати, ребятушки, если вы еще не поставили лайк и не подписались на мой канал, обязательно ставьте и подписывайтесь. У меня на канале, ребятушки, каждый день выходят прикольные, крутые видосики по различным мобильным игрушкам. Так, плюс 15 лет. И точно такой же самый, ребятушки, меч, но только тут у нас уже есть мороженое, которое мы, кстати, можем разрезать только с трех раз, да? Раз, два, три. А блоки дерева мы разрезаем, в принципе, с первого раза. Ну, окей. Так, ломаем блоки, ребятушки. Ломаем эти блоки. Угу, так. Ну и блок, конечно же, 23. Ребятки, мы с вами вряд ли сломаем, но это не помешало нам заработать 122 доллара. Так, прокачиваем год, fire rate, и еще прокачаем год. Нужно максимально прокачивать все, пока нам это позволяют наши деньги. Смотрите, дальше fire rate плюс 20, либо минус 5. Ну, конечно же, плюс 20. В конечном итоге плюс 24 получился. И сейчас мы прокачаем с вами еще год. Плюс 30 лет. У нас уже 532 года этому мечу, такому вот прикольному, замечательному. И сейчас я думаю, что мы, наверное, пройдем через... Да, плюс 20 лет еще мы, ребятушки, выбираем. И новый меч. Но он... Он с двух раз уже это мороженое режет, ребятки. Тот предыдущий резал с трех раз, а этот с двух. Неплохо. Даже очень неплохо, ребятушки. Так, разбиваем, разбиваем вот эти вот первые блоки. Это наши просто халявные деньги, ребятки. Это наша халява. И, к сожалению, рекорд мы с вами немножечко не поставили. 226 денежек мы заработали. Так, прокачиваем, ребятушки, fire rate и прокачиваем год. Чтобы еще быстрее мы могли, ребятушки, стрелять. Но почему здесь игра не предлагает нам, ну, как обычно, посмотреть рекламу? И чтобы у нас было вместо там, одного меча, два меча. Ну, обычно, ребятки, вот в таких играх всегда, как бы, предлагают нам посмотреть рекламу и, как бы, прокачать еще дополнительную руку, либо там еще что-то. Но пока что, видите, на четвертом уровне, ребятушки, такого нету. Так, у нас кактус появился, да? Вот кактус мы разрезаем с вами с трех раз. Мороженое с двух раз. Но это хорошо, потому что, смотрите, вот за кактус нам платят по 13 долларов. Это хорошо. Это значит, что сейчас мы заработаем с вами рекордное количество деньжаток. Так, но нам не мешало бы, конечно, и меч, ребятушки, прокачать. Если, кстати, эта игра вам понравится, и вы захотите продолжение, ребятушки, просто напишите об этом в комментариях, и я с радостью еще в эту игрушечку, ребятушки, сыграю. Так, ну что ж, давайте постараемся поставить рекорд. Пробиваем эти врата. Да, отлично. И мы с вами, ребятушки, ставим новый рекорд. 650 денежек мы заработали. Игра предлагает нам прокачать это все. Мы это все дело бесплатно прокачиваем. Так, скорость выстрела. Год, год, год. Отлично. 511 лет, ребятушки, нашему замечательному мечу. Да. Это классно, это классно. Но единственное, мне бы, конечно, хотелось бы посмотреть какую-то рекламу. И чтобы мы, как бы, бросали не один меч за раз, а два. А может быть, даже и три. Но, может быть, ребятушки, нам еще... В принципе, получится как бы это вот сделать. Так, смотрите, врата у нас уже плюс 20, плюс 60 и плюс 80. Прикольно.
Так, Кока-Кола. Кстати, ставь лайк, если ты хоть раз пил Кока-Колу, ребятушки. Интересно, а есть такие люди, которые никогда еще не пили Кока-Колу? Ребят, напишите в комментариях. Если вы есть, отзовитесь, пожалуйста. Мне просто интересно, или есть такие люди. Хотя, в принципе, может и быть. Почему бы и нет, ребятки? Почему бы и нет? Может быть, вы за здоровый образ жизни и не хотите пить, получается, вот такие вот газированные напитки, да? Так, окей, 460 денег у нас на счету, прокачка скорость выстрела и прокачка год. 511, неплохо. Fire rate 40, ребятки, 7. Ой, как же круто. Смотрите, мы еще сейчас круто год с вами прокачаем, плюс 20 там, или сколько там было. Так, сейчас мы прокачаем, ребятушки, еще с вами, еще fire rate. Ой, класс, как же быстренько мы стреляем, ребятки, очень быстро мы стреляем. Неужели мы сейчас сможем открыть врата плюс 60 лет? Наверное, что нет, ребят, не в этом уровне, видите, нельзя. К сожалению, нельзя. Так, меч ломает кактус с трех раз. Так, ой, эти напитки с двух раз, ребятки, ничего себе, кактусы. Кактус получается плотнее, чем эти вот газированные банки. Но в жизни, ребятки, разрубить кактус проще, наверное, чем банку. Ну, я как бы не пробовал, ребят, у меня меча нету, поэтому я не знаю. Но мне лично кажется, что все-таки кактус легче разрубить. Есть. И что, у нас сейчас будет рекорд или нет? Да, думаю, что, ребятки, у нас будет рекорд, потому что у нас очень крутой fire rate. Прям очень крутой. То есть мы очень быстро стреляем. Так, смотрите. И да, ребята, мы с вами это делаем. Ну, конечно, чтобы дойти до финального меча, ребятки, нам нужно очень хорошо постараться. Так, поехали. Еще fire rate в самом начале берем. Отлично, это очень крутая штука. Это самая крутая штука, ребятушки, fire rate. Скорость выстрела. Ну, почему здесь нет никаких, там, не знаю, уровней, где вот можно посмотреть рекламу и сразу пулять два меча? Без понятия, ребятки, почему разработчики не учли этот момент. Но, кстати, если игра вам понравится, я сыграю вторую часть по ней. Я уверен, что здесь, ребят, очень много есть различных мечей, которые можно открыть. Так, ребятушки, наконец-то у нас с вами новый меч. Ой-ой-ой, по 30 долларов нам дают, ребятки, за палочки сладкие. И по 18 за огурчик. Класс. Зарабатываем денежки. Ой, палочки, какие прикольные. Какие прикольные хрустящие палочки. Какие прикольные хрустящие зелененькие огурчики. И все это нужно, конечно же, запить Кока-Колой. Так, разрубываем это все. И под конец у нас здесь еще целая куча палок. Так, ой-ой-ой-ой, как бы же много денежек у нас здесь, ребята. 1664 деньги. Деньги, у нас так много денег, да, у нас так много денег. Это хорошо, мы с вами очень и очень богатые. Так, а ну-ка, постараемся мы поставить новый рекорд. Получится нам это сделать, ребятки? Пробьем мы эти 70? Нет, к сожалению, не пробили, ребятки. Но заработали 1700 с копейками монет. Так, игра предлагает нам More Year, больше лет за звездочки. Отлично. Ребят, и что мне нравится в этой игре, так это то, что нам не надо смотреть рекламы, чтобы получать вот эти вот различные привилегии. Представляете, мы еще ни разу не посмотрели ни одну рекламу. Вообще, ни одну. Класс. Это круто. Это очень круто. Так, Fire Rate прокачан. Я, в принципе, начинаю понимать, почему, ребятки, здесь игра не рассчитана на два меча, чтобы мы за раз выстреливали. Потому что мы и одним мечом можем все вот эти вот, в принципе, штуки позбивать. Все щитки, да? Вот смотрите. Вот мы сбили все щитки. Вот все, которые здесь были, мы всех их сбили. Так, ребятки, новый меч, который с двух раз ломает огурцы. Отлично. Значит, по идее, он сломает эти штуки с первого раза. Отлично. Так, тут с двух раз, скорее всего. Да, с двух раз. Эти вот сладкие палочки. И пока что нового здесь, ребятушки, ничего нету. Пока что только то, что мы уже с вами резали. Так, это с первого раза коктейльчики. И мои любимые трубочки. Обожаю, ребятушки, вот такие трубочки с шоколадом. Они реально очень вкусные. Очень-очень. Так, хорошо. И давайте-ка мы еще с вами заработаем как можно больше денежек, конечно же. Так, и
Я еще хочу напоследок, ребятушки, поставить рекорд. Так, отлично, рекорд. И... да, еще одни врата пробили, класс! Уху, high source, 1871 денег мы заработали. Так, прокачиваем скорость выстрела и прокачали еще с вами год. Ребят, давайте пройдем еще уровень, посмотрим уровни, либо два уровня. И будем, наверное, заканчивать. Так, ломаем, ломаем эти щиты. О, мы уже довольно-таки быстро стреляем, ребят. Очень быстро. Так, тут мы все сломали. Так, год. Еще, ребятушки, год, год, год. Я хочу новый меч какой-то прикольный. Зеленый меч мы играли, хочу что-то новое, ребятки. Хочу какой-то новый меч. Так, плюс 80 лет. И у нас новый меч, ребятки, новый меч. И бамбук, который мы рубим тоже, в принципе, с двух раз. И зарабатываем с этого бамбука, ребятушки, с вами $30. А за эти банки мы получаем $23, ребят. Да, прикольно. Ну что ж, ребятушки, вот такая вот замечательная игра. Я надеюсь, что она вам понравилась. Если да, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Алексис. Я желаю всем удачи и пока.